В России стартовал рекрутинг волонтеров на всемирный чемпионат WorldSkills, который в августе следующего года пройдет в Казани. Отбор желающих продлится до марта. Ну а пока в Чувашии вручили награды лучшим волонтерам Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в прошлом году в Сочи. Шри-Ланка! Россия! Россия! Каково пришлось волонтерам на фестивале, сотрудники нашей телекомпании знают не понаслышке. Они стали участниками в ФМС и освещали его события. В Сочи приехали на несколько тысяч больше иностранных участников, чем ожидалось. И именно волонтерам пришлось решать большую часть организационных моментов. И они справились. Несмотря на то, что были бесконечные ночные смены, несмотря на то, что приходилось работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, все выстояли. Спасибо нашей команде, потому что действительно благодаря вам, в том числе, удалось довести его на таком уровне, на котором мы его провели, потому что вы в том числе были лицом этого фестиваля, выкладывались по полной, поэтому огромная благодарность вам. Из 500 человек по всей стране, получивших памятную медаль фестиваля, 9 из Чувашии. Республика очень богата людьми. Поэтому это наш самый главный ресурс. Ирина Алексеева, учитель иностранных языков. На фестивале она стала серебряным волонтером. Для меня получение такой столь высокой награды было действительно очень приятной такой неожиданностью. Я понимала, что очень много волонтеров, очень много достойных, потому что ребята работали на совесть. Итак, Сочи наши взяли. Впереди Казань. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Игорь Зверев. Республика.